Здравствуйте, мои дорогие зрители. Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня хочу вас порадовать орхидейками, которые цветут очень пышно, очень красиво. И их у меня много. Сегодня поделюсь своими наблюдениями и подскажу, как добиться у ваших орхидей такого же пышного цветения. Очень красивые, каскадные с множеством множеством цветочков и видите продолжают доращивать свои бутончики и в чем же секрет я думаю, что вы уже все знаете, особенно кто подписан на мой канал, что существует три пункта, которые очень важны для орхидеи. Это свет, Обязательно свет, это очень важно для орхидей фаленопсис, но, ну, наверное, и для многих других. Но сегодня мы будем говорить именно о фаленопсисах. Свет должен быть 12 часов. Орхидейка при таком свете чувствует себя очень комфортно. Второе, должен быть температурный режим. Днем это примерно 25 градусов, ночью примерно 20, и температура должна колебаться день-ночь. Когда, естественно, светит солнце, может быть лампа, я знаю, что многие досвечивают свои орхидейки, то должна быть температура примерно 25 градусов, плюс-минус. Когда, получается, свет или лампа не светят, температура должна быть около 20 градусов. Таким образом орхидейка стимулирует в себе процессы жизнедеятельности. Да? Закладываются почки на рост, на цветение, и это очень важно. И третий, немаловажный тоже пункт, это влажность. Влажность в квартире должна быть больше 50%. Идеально это вообще 60-70%. Орхидейки очень любят влажность, потому что на родине орхидей влажность повышенная. Где-то примерно 80, а то и 90% влажности. Вот такие красотки. Но это э, тоже еще не все. Чтобы орхидейка цвела вот так вот пышно, у нее должна быть мощная корневая система и большие розетки. Посмотрите какая розетка у моего дикого котика. она просто огромная так же как и у попугая, но у попугая листья не такие длинные, но розетка тоже очень мощная. И у всех, видите, орхидей, которые у меня пышно цветут, розетки очень-очень мощные. Много листиков, их больше, наверное, пяти. И вот они пышно цветут. И корни у всех орхидей очень жирные, смотрите, здоровые. Вот эти уже нужно полить хорошо видно через прозрачные такие горшочки, какая мощная корневая система у всех орхидей. Смотрите, у попугая корни проросли через двойной горшочек и вот уже находятся в самом дне. Вот если я буду его пересаживать, придется как-то вынимать или даже обрезать корни, которые уже проросли через двойной горшочек. У дикого кота вообще полный горшок корней. Он растет у меня в закрытой системе, в пластмассовом кашпо. И он всегда у меня хочет пить. Он очень быстро выпивает воду. И нужно все время ее подливать. Как же заставить орхидею нарастить такие жирные корни и вот мощную листовую массу? Для этого сейчас у нас существует множество препаратов, очень сильных препаратов, которые, например, мне нравятся, это НВ-101. И вот очень я люблю янтарную кислоту, но это именно для корней. Я делаю коктейли, все уже об этих коктейлях знают. Я развожу НВ-101 с янтарной кислотой проливаю, протираю листья, прикладываю ватки к шейке и нарастает мощная корневая система. Немаловажно выбрать правильную посадку для ваших квартирных условий. Для этого, вы знаете, нужно попробовать несколько вариантов и выбрать для вас самый оптимальный если ваши орхидейки вот в какой-то посадке растут хорошо, то если вы хотите поменять посадку проэкспериментируйте сначала на одной орхидейке, потом уже пересаживайте все остальные, потому что многие орхидейки могут не принять до смену пересадки смену грунта поэтому лучше слишком сразу вот масштабно не экспериментируйте по чуть чуть постепенно проверяю нравится вашим орхидейкам или нет множество моих орхидей растут в закрытых системах и они просто балдеют от такой посадки наращивают очень большие жирные корни вот как на ваших экранах это пластиковая кашпо и вот видите, сколько много корней. И она сразу же начала наращивать корни. И я ее поливала янтарной кислотой с НВ-101 и поливала ее с зеленым удобрением. И она очень хорошо э, нарастила корни и практически сразу выдала цветонос, который вот такой вот он у нас длинный, жирненький и весь разветвился. И кто подписан на мой канал, знает, что она была намного-намного пышнее. У нее из-за того, что муж включил спецсистему на обогрев и всю ночь обогревал, вот к чему, да, я еще говорила, день-ночь должна быть. Он поднял температуру ночью, и буквально за одну ночь она отсушила 12 цветочков. Это большие потери, хотя у нее осталось тоже еще очень-очень много. Вон. Это моя фронтера, моя любовь, очень красивая, благодарная и пышно цветущая. Вот. И видите, она очень хорошо приживается в закрытой системе. Вот такая красоточка. Так, еще у меня есть орхидейки, которые посажены в двойные горшочки. И, видите, в белый сажать можно, орхидейка себя замечательно чувствует, но видите, в чем сложность. Вы не видите уровень воды, и когда орхидея цветет, очень сложно поднимать и проверять этот уровень. Поэтому учтите это при посадке своих орхидей. Выбирайте прозрачные кашпо, чтобы было легче вот регулировать этот процесс. Но она тоже себя замечательно чувствует. У нее очень много корней. Посмотрите. Первые мои посадки, кстати, да, они все посажены в керамзит, Тут есть только вот немножко такие большие куски коры, но все остальное керамзит. Тут даже вот видно уголь лежит. Первые мои посадки в керамзит были вот орхидейка за 50 рублей. Возможно, у меня есть новые подписчики, которые не знают эту орхидейку. Она была куплена в прошлом году за 50 рублей. И выросла в такую красотку. У нее было всего лишь два листика и ужасная корневая система. Посмотрите, что сейчас. Я ее посадила в баночку, потому что надежды особо не было. И просто вот первые такие экспериментальные были посадки. Банка, керамзит, сверху даже просто мох. Это, по-моему, кукушкин лен или что-то такое. Но обычно это не асфагнум. И она замечательно выросла, тоже реанимировалась вообще просто с помощью янтарной кислоты. И ничего больше. Никаких препаратов я на ней больше не использовала. Именно для этого цветения я поливала зеленым удобрением. Японским. И она вот так вот пышно зацвела. Ей я тоже немножко подпортила цветение, когда переставила ее в другую комнату, где было более прохладно. А то бы было цветочков намного больше вот такая гроздь. Очень красивая. Это крем-беречача. Моя тоже гордость такая, что выходила я ее с ужасной-ужасной реанимашки. Шансов было очень мало, но она выжила молодец. С диким котом у меня вообще не было никогда никаких проблем. У него была шикарная корневая система. Ему ровно год, как он живет у меня. Ну, скоро будет ровно год. Его мне муж купил на 8 марта на цветочном рынке за 1200. Вот такой шикарный. Он, у него, смотрите, много-много да, корней. Поэтому он пышно цветет. Я это все говорю к тому, что орхидейка если у нее два листика и плохая корневая система, она может пышно зацвести, но она после этого будет болеть. И что нужно делать для того, чтобы наращивать корневую систему? Можно использовать янтарную кислоту, НВ-101, корневин. Знаете, некоторые орхидеи хорошо реагируют на корневин, любой, да, вот много фирм есть, которые вот именно укоренители. И орхидейки на одни фирмы очень хорошо реагируют, на какие-то вообще не реагируют. Вот нужно пробовать, и вот именно добиться того, чтобы ваша корневая система была очень мощная, очень хорошая, и она могла выдержать это пышное цветение. Когда у орхидеи пышная корневая, такая большая корневая система, пышная вот такая вот большая розетка, тут у меня попугай немножко погрыз, вид не очень презентабельный, вот большие вот такие вот розетки, она в принципе у вас будет пышно цвести. С такой розеткой, с такими батареями, мне кажется, три цветочка дать это просто стыдно для орхидеи, поэтому она у вас в любом случае будет цвести вот так вот пышно, такими большими каскадами. Поэтому... Первое. Выбираем хорошую посадку именно для ваших условий, да, чтобы ваша орхидейка именно наращивала хорошую корневую систему. Корневая система не гнила, чувствовала себя комфортно орхидейка. Не нужно сразу провоцировать орхидейку на цветение. Нужно нарастить корневую систему и листовую массу. Первое. Сажаем да, в хороший горшочек. Второе. Мы выбираем какие-нибудь препараты, на которые тоже реагируют ваши орхидейки. Я почему так говорю? Потому что мои хорошо реагируют на обычную янтарную кислоту. Многие мне писали, что обычная янтарная кислота не действует, и, например, другие препараты лучше работают. Поэтому подбирайте для своих орхидей, для ваших условий, может быть, да препараты, которые будут провоцировать вашу орхидейку растить хорошие жирные корни. Вот у меня, да, еще зеленое это японское удобрение. От него тоже у меня росли орхидеи. Вот очень жирные такие толстенькие корешочки. И от коктейля, конечно, я каждый раз об этом говорю. Если будут жирные хорошие корни, естественно, и розетка у вас тоже будет хорошая, вот такая вот жирненькая, массивненькая. Смотрите, много будет листиков. И орхидейка рано или поздно выпустит вам жирненький хороший цветонос. Хочу вам посоветовать не надеяться на чудо, если вы посадили вашу орхидейку, она не наращивает корни, используйте препараты, стимулирующие препараты, такие как Эпин, Циркон, НВ-101 и еще существует масса других препаратов. Почему я об этом повторяюсь? Потому, это, потому, что это очень важно. Вот посадка, препараты стимулирующие, чтобы именно наросла вот эта шикарная корневая система и листья. И орхидейка будет свести у вас очень пышно. Вот такая красота. Надеюсь, мои советы помогут вашим орхидейкам также пышно цвести и наращивать жирненькие вот такие вот корешочки. И радовать будут вас пышным-пышным цветением. Все, мои хорошие, буду заканчивать свое видео. Порадовала, надеюсь, вам, вас такими своими красоточками. До свидания, мои хорошие. До новых встреч.